Затем Рашид Тимрезов вместе с главами субъектов СКФО принял участие в пленарном заседании под председательством вице-премьера России Александра Новака. Главная тема – развитие Северокавказского округа с целью обеспечения инвестиционной привлекательности и опережающего развития экономики и социальной сферы региона. Спикеры пленарного заседания не раз упомянули Карачаево-Черкесию в контексте реализации туристических зон. В связи со стартом проекта по строительству аэропорта взаимодействием с компанией «Дом РФ» Карачаево-Черкесия стала первым субъектом в СКФО, где будет реализован проект с применением облигаций для строительства социально важной инфраструктуры в нашей республике.